Заявленное время истекает. Почти три недели назад глава Бийска на краевом совещании заявил о том, что Наукограду понадобится именно столько времени, чтобы освободиться от снежных завалов. Между тем, с начала ноября с городских улиц вывезено около 200 тысяч кубометров снега. Однако в сводках дорожников пока нет ни одной полностью очищенной от снега улицы. На сегодняшний день у нас все пока в рабочем порядке, потому что мы работаем сразу по нескольким направлениям. И я думаю, что к концу следующей недели у нас уже будет много завершенных улиц, такие как целый куст зеленого клина, Мерлина, Сибирская, коммунальный мост. По информации дорожников, большими объемами вывоз снега активно производится в ночное время. Для этого задействуются около 20 до 25 самосвалов. Всего с ноября с улиц города вывезено 190 тысяч кубов снега. Только в феврале на снегоприемнике уже вывезено 33 тысячи кубометров. Рекорды прошлого года побиты в разы. В данный момент снег принимается на двух площадках – в районе промзоны и рядом с Северным кладбищем. На первом еще готовы принять порядка 50 тысяч кубометров снега. На втором резерв не ограничен. Площадка на стадионе «Прогресс» коммунальными службами используется как место передержки снега – максимум на 2-3 часа. По информации управления ЖКХ, администрации Бийска, на сегодня в городе завершаются работы по расширению проезжей части улиц. В отдельных микрорайонах началась расчистка тротуаров.